Okay. Now the text says... Итак, в тексте говорится, да, самый конец. Если вы можете умереть, меняя 5 сил, то вы не попадете в плохие места. В этой книге это длинное. Вот почему. Сколько нам понадобилось лет? Почти 13 лет. Он скажет что-то типа, если вы можете умереть с 5 силами, тогда вы попадете в хорошие. И потом, книга такая длинная, он не говорит, что это за 5 сил. Вот почему у нас есть база ALL. Вот нам повезло, что у нас есть директор Джон Брэди присутствует. Можешь, пожалуйста, встать. Библиотека азиатского наследия. Кстати, Келсе помогал нам много лет назад, когда мы начинали ALL проект, и они, мне кажется, если я не ошибаюсь, включая доктора Р, 6 миллионов страниц порядка, или больше, 6 миллионов страниц уже введено в базу, и они доступны свободно онлайн. Ладно. Мы сохраняем эти страницы, потом вводим эти данные, и когда вот они уже введены, мы можем использовать этот поисковик, то есть вот эта база данных, примерно 15 тысяч книг завершены, и нам понадобилось 35 лет упорной работы, и Джон помогал нам. И когда автор говорит что-то, ну, например, 5 сил, и вы должны умереть с 5 силами, а потом не говорит, что это за 5 сил, я иду в эту базу данных, и я вытаскиваю их оттуда. У нас невероятная поисковая программа, очень мощная, и поэтому я могу найти. Может быть, я вам даже покажу. Если я могу поделиться своим экраном, Тим, я могу? Вы можете тут. Покажу, может быть, в следующий раз. Я могу исследовать все 3 миллиона страниц буквально за полсекунды и могу вырезать вот эту информацию о 5 силах и передать. Вот такую работу проделал дорогой наш Джон Брэди в течение 35 лет. Он прета, он такой, как привидение по всему миру, путешествует и ищет пожертвования. Вы понимаете, о чем я? Ну, дайте ему, пожертвуйте ему, пока вы здесь, пока он. Не нужно миллион долларов жертвовать. Gold Club, они примерно по 5 долларов, у них есть донейшены. И они даже дошли до цифры миллион и даже выше. 1.5 миллиона. Поэтому дайте ему что-нибудь. 10% уже работы его закончено, ему нужно еще продолжить работать в течение 50 лет. Поэтому давайте поможем ему, что ли. Соберем ему на команду. Итак, первая из 5 сил называется... Еще раз. Первая из 5 сил. Что, Джон, тебе уже кто-то пожертвовал? Ну что, поделимся, по-братски? Да я шучу. Первая из 5 сил. Это белое семя. Сила белого семени. Биджа на санскрите. Белое семя. И я здесь делал пометки, вы можете почитать, это означает
Позаботьтесь о вещах до того, как вы умрете. Позаботьтесь о том, как вы умрете. Мои родители, у них, у обоих был рак. Папа был такой крупный мужчина и достаточно сильный. И он, у него был рак, но он очень медленно умирал. И он говорит, я не буду умирать, я отказываюсь умирать, я буду бороться, сражаться с этой вещью. А потом он все-таки умер. 2 года. 2 года понадобилось, чтобы разобраться с его финансовой историей. 2 года, где все эти деньги. И в конце мы поняли, что там вообще ничего нету, там был ноль. Вообще ничего. Но было очень много проблем для семьи, потому что он не подготовил к смерти. И мама, никогда не забуду, что да забуду, у нас было 4 сына, и она нас позвала в спальню и сказала, хочу показать вам что-то. И она расстегнула рубашку и сказала, вот, посмотрите, потрогайте, вот здесь вот бугорок такой. И мы, так нам было стыдно немного. Мама, зачем ты нам грудь показываешь? Она говорит, вот что убьет меня. Я умру из-за этого. Я хочу, чтобы вы знали, что это рак. И мне придется умереть. Давайте подготовимся. И она прям так сказала. Давай позовем. Мама, что делать? Как к этому готовиться? Она говорит, вот ты позаботишься об этом, ты позаботишься об этом. Деньги отдадим в пожертвование, в церковь, людям раздадим деньги. Она все распланировала, а потом она умерла. И была такая разница между тем, как уходил папа и мама. В нашей традиции буддийской мы действительно поощряем вас, призываем вас к тому, чтобы вы подготовились. Не думайте, что, ой, мне еще пока не 71, как Гешела, мне там 30-40 лет. Послушайте, мы не знаем, кто уйдет первым. Мы не знаем. Никто не знает, на самом деле. Кто-то просто, кого-то переезжает машина, когда он идет по дороге к Ламрим, и они не приходят на второй день Ламрима. Поэтому подготовьте все. И вы знаете, вы почувствуете облегчение, счастье. Я скажу вам, так и есть, я это делаю. Я живу таким образом. У меня все готово. Дедушка уйдет, и все будет готово. Это расслабляет на самом деле. И это здорово, это весело. Вот ты получишь это, а ты получишь вот столько денег, а ты получишь вот мою голубую машину. И пусть все будет четко и распланировано. И это есть практика Ламри. Не заставляйте вашу семью страдать, вашего жену или вашего мужа. Просто все подготовьте, будьте готовы. И делайте это легко, счастливо. Не делайте, ой, я умру. Я умру, ура. Ты можешь получить мою машину. Ты можешь моим банковским счетом. Да, Роб, я тебе отдам компьютер, так уж и быть. Весело. Вы что, с собой его не заберете? Кто заберет ваш рюкзак? Я еще пока не понял, кому отдать рюкзак. Повторите, Кобито, это номер 2. Это означает сила хорошей привычки. Здесь это означает подготовьтесь умереть в правильном состоянии ума. Практикуйте иногда. Мой учитель говорил, каждый раз, когда идешь перед сном, делай кофе иногда. А потом он говорит, и делай также медитацию на смерть. Если я умру сегодня, надеюсь, я могу попасть в такое место, где я могу помочь людям. Надеюсь, я смогу помочь всем живым существам, когда я умру. И вот таким образом подготовьте себя. Это называется привычка. Это прошедшая основа гонг. Привыкните к этому, станьте, привыкните к этой мысли, что вы умрете. Не бойтесь, не избегайте этого. Наоборот, позаботьтесь об этом. Если вы позаботитесь об этом, то вы не будете бояться. Если же нет, то у вас будет страх. Потом позаботьтесь об этом изначально, а потом не умирайте. Потом вы уже, когда придет время умирать,
Это очень комфортно, это не депрессивно. Вот депрессивно – это то, когда вы притворяетесь, что вы не умрете. Вот это на самом деле депрессивно. Если вы скажете себе, ну хорошо, вот это плоть и кровь, она должна уйти. Просто привыкните к этой мысли и будьте готовы. Позаботьтесь обо всем. У меня все готово. Все деньги расписано, что куда, кому. Обо всем я позаботилась. Я работаю над этим каждую неделю. Я забочусь о всех своих делах. И поэтому ты готовься. А если вы не умрете, ну что ж, прикольно. Все уже готово. Если вы поедете в Киото, вы действительно, это глупо, если вы не успеете упаковать свои чемоданы за 2 дня. То есть это сумасшествие, если вы пакуетесь тот же день, в день отлета, вы начинаете стрессовать, поэтому не пакуйтесь тот день, когда улетаете. Упакуйте свой чемодан заранее, до того, как вы умерли. Делайте, пока вы молодой. Просто подготовьтесь. А потом вам не нужно будет уже заморачиваться. Тогда вы готовы. И это хорошая привычка говорить об этом со своей семьей. Мама, она очень сильно нас любила. Но она не боялась об этом говорить. Она говорит, послушайте, все мы умрем. Я вот вставливаюсь к этому. И нам было достаточно комфортно. Ну, мы говорили, хорошо, мама. И мы, конечно же, любили ее больше всего на свете. Но мы соглашались с ней. Хорошо, давайте подготовимся. Мы говорили, хорошо, мамочка. Мы должны вести себя так же. И тогда все будет хорошо. Третье, tend the top. И это молитва после бардо, куда бы я ни попал, надеюсь, что я не забуду о своей причине. То есть мы проецируем что-то в будущее, и мы проецируем вот это желание, стремление. Я надеюсь, что после того, как я выйду из бардо, я надеюсь, что я могу вспомнить про свою мотивацию, что я хочу помочь каждому живому существу. Я не могу забрать с собой машину, я не могу забрать с собой одежду, не могу сохранить эту кожу. Но, по крайней мере, моя мотивация – это то, что я надеюсь, что я про нее не забуду. Поэтому молитесь этому. Это называется пембетом, проекция. Проекция в будущее. То, что я проецирую. Вы знаете пенджекиле? Проецирующая карма. Четвертое. Намбар сунджинбейтоп. Это название одной из четырех сил. Это означает сила разрушения. В четырех силах, когда мы делаем признание, это означает, когда мы делаем признание, исповедуемся, мы ощущаем, мы сожалеем о том, что мы сделали, и мы принимаем решение делать это больше, и это разрушает карму. Нам пар сунджумпа означает разрушить, это значит вырвать что-то. Например, вы вытаскиваете корняки. И также это иногда означает слово «изнасилование», изнасиловать кого-то, то есть делать что-то резко, агрессивно. Вот это «намбар сунджипейтоп». Значит, признайтесь, сделайте вот это признание перед тем, как вы уйдете. И вот очень знаменитая вещь, когда вы умираете, до того, как вы умираете, если вы сможете признаться во всех поступках. Я знаю, всех у нас есть грехи, которые мы прячем и о которых мы не хотим никому говорить. И было бы здорово, перед тем, как вы умрете, если вы сможете хотя бы кому-то рассказать о самых своих страшных, секретных грехах. Это было бы здорово, если бы вы могли кому-то об этом сказать. Это очень мощное. И это важно. Перед тем, как вы уйдете, сказать кому-то об этом. Когда у папы обнаружили рак, я жил с ним некоторое время. Нечего было делать. Было уже очень поздно. Он умирал очень медленно. И мы смотрели футбол. Он ничего не мог делать больше. Он сидел в кресле. И я помню, как сжимал ему апельсины высоко. Он ничего не мог делать. Он просто умирал медленно на своем стуле. И
Вот здесь о чем вы должны помнить. Если кто умирает близкий вам человек, тот, кого вы любите, то помогите ему сделать вот это признание. Помогите ему сделать это. Я знаю, что он убивал людей. Он был военный во время Второй мировой войны. Я знаю, что он убивал людей. И поэтому он не любил об этом говорить. Никогда на самом деле об этом не говорил. И я подумал, лучше, если бы он скажет, поделится этим перед тем, как он уйдет. Хотя бы кому-то расскажет о том, что он сделал. Мы смотрели футбол, он ничего больше не мог делать. Я делаю ему апельсиновый сок. Я такой: папа, можешь мне вообще рассказать о войне немного? Ты бы снова смог убить, сделал бы ты это снова? Я просто пытался его так завлечь. Если ты бы попал в такую же ситуацию снова, ты бы снова убивал? Он сказал: нет, я бы не делал больше такого. И я такой: вау, это вот и есть признание, чистое признание. Он разрушил эту карму. Ну, в основном разрушил это все. Когда вы проговариваете: я больше не сделаю, я бы не сделал такого. Это вот есть нам Парсун Джим Тайтов. Это есть именно разрушение. И я так порадовался этому, я помню. Вот теперь он может чисто, с чистым отсюда, с чистой совестью. Даже если приходится использовать всякие способы, люди не хотят говорить, не хотят быть искренними, честными. Будьте готовы к тем, чтобы признать в самых ужасных поступках и грехах перед тем, как вы уйдете. Просто избавьтесь от растений перед вашей смертью. Если вы умираете, уже какая разница, что вы там натворили? Они все равно об этом забудут, возможно, полностью. Поэтому расскажите, поделитесь, не стесняйтесь, вы умираете. Поэтому какая разница? Они, может быть, только ваше имя будут посредством. Поэтому расскажите о ваших самых страшных грехах и очистите ваше сердце. И тогда вы можете уходить спокойно. И это очень-очень важно. Если вас переедет машина, собьет машина, и вы будете истекать кровью, и кто-то спросит вас: вы в порядке? Я умираю, я не окей. Но, кстати, я вот сделал вот такую ужасную вещь. Просто расскажите, кому-то расскажите. Не обязательно что-то будет какой-то священник, монах, учитель. Просто любому человеку поделитесь. Я помню, как человек вообще с собакой делился. Он умирал, и он с собакой своей рассказывал об этом. Я убил кого-то, и собака такая: ну, но хотя бы он вот вытащил это из себя. Очистите вас. И потом вы можете умирать спокойно и счастливо. Пятое. Мунлапкито. Я здесь сделал пометочку. Дакшин означает рай будущий. Чистое поле. Дакшин. И они говорят, и говорится в Ладжунге, в Ламриме, когда вы умираете, вы не говорите: я надеюсь, что я попаду в рай Амитабхи, надеюсь, я попаду в рай, надеюсь, там будет место для меня. Не говорите так. Самая большая мотивация: я надеюсь, я могу забрать все эти плохие семена у всех и уйти с этим, и умереть. Я заберу все эти семена, вынесу все эти плохие семена из этого мира, для того, чтобы оставшихся людей не было. Это возможно? Нет, конечно. Вы не можете это сделать. Куда не смог даже одно семя плохое от вас забрать. Так для чего вы делаете такую молитву? Надеюсь, я могу забрать все эти плохие семена, когда я умираю. Но была такая старая христианская традиция, или, может быть, еврейская традиция. Раз в год в Иерусалиме они молились, возносили молитвы, и вся плохая карма, она была, ну, как бы помещали ее в маленьком козленке и убивали его в пустыне. И вот этого ягненка. Вот было... И все говорили: вот, можно всю свою плохую карму засунуть в животное и потом убить его. Конечно же, это ужасная ошибка. Но идея хороша сама по себе. Я могу быть вот этой овцой, овечкой, и вы отдадите мне все ваши плохие семена, я молюсь. Конечно, вы же не можете это делать.
Это просто очистить ваши семена, и это хороший способ уйти с желанием, что вы можете хотите забрать всю плохую карму. Отдайте мне вашу плохую карму, я умираю. Отдайте ее мне, и я позабочусь. Это такая хорошая мотивация. Иногда вы можете практиковать это. Тунсенапа означает лоджонг семи частей, практика бодхисаттвы и семи частей, мы на пятом номере. Лоджонг пэцэ означает пэцэни. Вы знаете слово тема или прамана, что означает мера. И в этом контексте означает тот момент, когда вы развили лоджонг. У вас есть лоджонг? Я изучал с Гешела, но есть ли он у тебя на самом деле? Не знаю. А как понять? Есть упражнение, есть определение того, когда у тебя есть лоджонг. Когда он у тебя есть, когда у тебя есть вот это, у тебя есть лоджонг. Когда вот у тебя есть этого, у тебя нет лоджонга. Это называется «се». «Се». Я вырезал это из курса 14-го ACI. Если интересно, взял это из 14-го. То есть тот момент, когда вы можете сказать, что у меня есть, я развил хорошее 14-е, развил доброе сердце, это в курсе 14-го ACI. И есть комментарий о том, как вы узнаете, если у вас лоджонг? Как вы поймете, как вы его получили? Владаете ли вы? Если вы слышали в Нью-Йорке об этом в 1996 примерно, ну, не повредит услышать это еще разок, чтобы не забыть. Итак, поехали. Я пройдусь. Это 4 пункта. Мы пройдемся сейчас по ним. И есть такая разделительная линия, картинка с изображением разделительной. Это означает, что делит дарму и не дарму. Такая линия. И я здесь выделил коренной текст с дырным шрифтом. Это Чикава или Лорд Атиши. Вся дарма сводится к одному моменту, к одной идее. Да, дарма сводится к одной идее. И что это за идея? Чупунг – это идея. Такая куча, гора учений дармы. И есть мера, сколько такое количество, и это 84 тысячи учений. Будда обучил 84 кучам или горам учений. Да, такое количество учений. Неважно, сколько есть у вас вот этих учений, и сколько вы их получили. Штул – это старый глагол, который означает «все реки, которые стекаются в один океан». Все реки стекаются в один океан. Все учения Будды, которые давал владыка Будда, они стекаются в один океан, в одну точку. И это можете ли вы остановить свою привычку, когда вы заботитесь о себе в первую очередь? Все учения о дарме, все писания, все книги, все переводы. Все приходит к одной точке. Можете ли вы остановить привычку, вашу привычку, когда вы заботитесь изначально только о себе? Он говорит «чиктуши». И вот это означает, что все реки, они стекаются в один океан. Вот «тик» — это хорошее слово, когда мы рисуем мандалу. Когда вы рисуете, делаете мандалу, это очень, она очень четкая, она очень точная. И нужно прям знать геометрию. И вот это называется тик. Вот эти линии, мы говорим, вот конструкция используется.
когда вы держите вот эту веревочку, и такая у вас ровная линия, и потом вы посыпаете это разноцветной пудрой. Это называется ти. Что это за разграничительная линия между дармой и недармой? Что разграничивает? Если что-то поможет вам остановить вашу плохую мысль, так это дарма. Если нет, то это не дарма. Вот это есть определение дармы. Вот это и есть разделительная, разграничительная линия для дармы. Я посетил занятие по дарме. Была ли это дарма? Не знаю. Okay, it was dharma. Okay, it doesn't matter where it was. You can go anywhere. If someone helps you to be a better person, if someone helps you remove your negative emotions, it's dharma. That's very interesting. If someone teaches you a bunch of Tibetan sentences, no, это дарма. Вас тибетскому или там санскриту, и это не поможет вам избавиться от ваших негативных эмоций, тогда это не дарма. Вы идете к психологу, он обучает вас чему-то хорошему, что помогает вам ментально, на ментальном уровне. Тогда это дарма, и это красиво, мне кажется. Я был на буддийских учениях, не слышал никакой дармы, и потом я слушал у своих детей дома, и я слышал от них дарму. Кто научит тебя быть лучшим человеком, стать лучшим человеком, тот, кто обучает тебя дарме. Есть много учений в монастыре, учения Геши, люди становятся еще более гордыни, они переполнены гордыней, они проводят 25 лет, но они так и не изучают дарму. Кто-то говорит тебе что-то, и ты чувствуешь, что это делает тебя лучше, вот это дарма. А если вы идете куда-то, и кто-то говорит 5 часов о буддизме, и ничего у вас не получится, ничего у вас не меняется, тогда это дарма. Вот это есть определение учения дарма. Следующее изображение, следующая картинка. Да, и это такой признак, абсолютный признак успеха. Повторите, джубтак. Джу означает сидда. Это значит духовное достижение или цель. Так означает признаки достижения. Успешен ли я в практике дармы, друбзак? Чок — это наивысшее. Как кончок означает три драгоценности. Что будет наивысшим признаком того, что мы успешны в своей практике буддизма? Если ваши негативные эмоции становятся все меньше и меньше с каждым днем, тогда вы успешны будете. А если ваши негативные мысли, эмоции и ваше негативное поведение, оно становится все меньше и меньше с каждым днем, уменьшается, вот тогда дарма возымела свой эффект на вас. Тогда это дарма, и вы практикуете дарму. То есть если вы становитесь лучше с каждым днем, то тогда это дарма. Джубтак означает, вы успешный практик дармы. Если хотя бы на чуть-чуть вы становитесь лучше, скажем, кстати, не намного лучше, такого не произойдет. Я просто честен с вами. По чуть-чуть, маленький-маленький прогресс, этого достаточно, это здорово. Это когда вы пытаетесь выучить язык, или вы пытаетесь получить какие-то навыки в бизнесе, если с каждым днем вы становитесь все лучше и лучше, вот это и есть. Не ожидайте, что сразу ваша зависть уйдет, которую вы копили 20 лет. Нет, конечно, оно так не работает. Понадобится гораздо больше времени. Но продолжайте. Чуть-чуть. Становиться лучше каждый день. И тогда вы практикуете дарму. Ваши плохие привычки не испарятся вот так за один день, за один год. Я вам точно скажу. Вот почему я уже дедушка. Это не происходит таким образом, но делайте вот этот маленький прогресс. Лучше ли я, чем был на прошлой неделе? Я хорош? Пока еще нет. Лучше, чем на прошлой неделе? Да, ну вот это уже хорошо. И тогда у вас все в порядке. Ну, чуть-чуть улучшение каждый год, каждый день, и вы становитесь лучше с каждым годом. Вот это есть субтак. Тогда вы ситха, маха ситха. Джубтак.
И потом он говорит очень умную вещь. Он говорит, признаком успеха это то, что вы немножечко лучше, становитесь немножечко лучше с каждым годом. Тогда вот у вас действительно есть прогресс. А потом он говорит, слушайте, это так в воздухе не витает. Он летит в небе, он услышит дхарму. Да, он летает в небе, но он все время разрыгается на людей. Тогда он просто полный провал в дхарме. Он говорит, птицы тоже летают в небе. И что? Что в этом такого? Только потому, что ты можешь летать в небе, не означает, что ты успешен в дхарме. Вот меньше ли ты завидуешь каждым годом, меньше ли ты раздражаешься, маленький прогресс. Не надо сразу летать в небе. Были такие обсуждения о том, был ли Геши Майкл, является ли Геши Майкл арией или нет. И кто-то сказал, да нет, он никакой не ария, он летать не может в небе. Вот как раз об этом говорится здесь. Есть сити, когда ты можешь летать в небе. Город, когда ты можешь летать в небе и можешь идти под землей. Например, есть Western Hotel, который расположен под землей. И он говорит, да, даже мыши могут этого делать. Это не означает, что вы ситха, правильно, ситха. То есть можете ли вы летать или через камень проходить. Это не есть истинный ситха. А вот истинный ситха – это тот, меньше ли ты испытываешь зависти по сравнению с прошлым годом, меньше ли у тебя желаний по сравнению с прошлым годом. Вот тогда это прогресс. А просто, что ты там через стенку прошел, да, даже мышка может это сделать. И потом он говорит, есть еще такие ситхи, которые могут ходить по воде или пройти под рекой, например, через реку, по воде, перейти на другую сторону. Но он говорит, да, даже рыба может это сделать, даже рыба способна на такое. Да, и рыба может ходить по воде, плыть по воде. Подумать достижение. А вот если вы можете контролировать вашу конкурентоспособность в бизнесе, вот тогда у вас настоящий прогресс. Тогда вы святой. А только потому, что вы там можете летать в небе, идти по воде, проходить через стены. Ну, подумаешь. Птицы летают, мышки бегают землей, рыба может по воде перелетать. Это недостижение. Что у нас там со временем? Тим. До с этим вопросом. Да, через 15 минут. Будут вопросы ответы. S-R-A-N-G means a scale, you know, like the old scale that you vegetables on. Санг означает, это вот эти весы, помните, раньше взвешивали овощи на рынках, фрукты. И он говорит, практика ладжонга – это как весы. Вы можете использовать вашу практику ладжонга для того, чтобы измерить свой успех. И ладжонг – это весы, на которых мы можем измерить наш успех дхармы, взвесить его. Лангже означает отпечаток пальца или просто отпечаток. В учениях дхармы лангже означает признак успеха и в вашей практике называется как отпечаток.
отпечаток от руки или ноги. И вот этот отпечаток, признак успешной дхармы, это то, стало ли у вас меньше эгоизма? Стал ли ваш эгоизм меньше? Уменьшился ли он? Уменьшается ли ваш эгоизм? Вот это и есть признак успеха. Отпечаток руки или ноги. Это как отпечатки пальцев, например, на сцене, на месте преступления. Кто-то был хорошим человеком. Я увидел знак. Такой знак. Я не такой эгоистичный, как в прошлом году, например. И это будет признак вашего успеха. Отпечаток руки или ноги успеха. Следующая картинка. Это вот как раз и весы, о которых мы говорили. Весы правосудия. Следующая картинка. Я посадил эти персиковые деревья в моем саду дома, и все они погибли. И потом приехали два друга из Шэньчжэнь. И они пришли в мое кафе, и они посадили два дерева. И они, посмотрите, растут просто как сумасшедшие. Я даже персики продавал. И дал им денег за это. Продал Сэмин Алисон. Это одно из деревьев. Они посадили рядом с кафе. Отличная работа, ребята. Не знаю, что вы туда в землю чем удобрили. Текст Лоджонга. Это об отношении. Оставьте одного или двух судью панк, он означает свидетель или судья. Необычное слово. Ему тысячу лет. Какие-то слова, им более тысячи лет, и поэтому сложно. Пангбо означает свидетель или судья. И он говорит, сам основной судья, кто это? Так я что, перепутал картинки? Он говорит, если есть два свидетеля вашему поведению, если есть два свидетеля вашего ментального состояния ума, которые из них более важны, вы или другие люди? Кто знает ваше состояние ума лучше всех? Мы пытаемся выглядеть лучше для других. Нам не важно, как он выглядит. Наш ум грязный, уже запятнан. И мы живем с ним, и это нормально. Но мы хотим притвориться перед другими людьми. Дешила хочет выглядеть прям таким святым в учениях, а потом идет домой и целую ночь смотрит Netflix. Какие-то мыльные, корейские мыльные окна. Хочет хорошо выглядеть на публике. Есть вот это в древних текстах Лоджонгу говорит, на кого вы хотите произвести впечатление? На кого вы должны провести впечатление? Это та аудитория, которая приходит на ваше учение, или самого себя наедине? Что более важно? Конечно же, себя. Вы один, кто знаете, кто вы есть на самом деле. Поэтому не пытайтесь притворяться перед другими людьми. Мы пытаемся выглядеть лучше перед другими, и нам все равно, какая грязь, сколько грязи у нас внутри, а нам нужно наоборот брать это внутри. Есть очень много знаменитых учителей, которые не купаются там неделями, например, для того, чтобы люди не осуждали их, но внутри они очень-очень чистые. Для себя они чистые, а для других они не выглядят чистыми. Но они счастливы таким образом. Поэтому не пытайтесь выглядеть хорошо в глазах других. Пытайтесь выглядеть в глазах у самого себя, в вашем сердце хорошо. Вы должны посмотреть в свое сердце и сказать, вот это красивая штука, вот это красиво. Из-за того, чтобы, ой, сколько я там макияжа сделала себе, еще и дорого к тому же. Ребята, вы идете, не идите в Сефору, в Киоте, вы оттуда не вылетите, не уйдете, не потратив сотни долларов. Это дорого. Поэтому намного дешевле просто вот мейкап сделать, украсить сердце. Нужно быть красивым внутри. И тогда
внешность, может быть, станет лучше, может быть, и нет. Но будьте прежде всего красивыми внутри. Вы есть сам себе судья вашей красоты. Никто другой. Вы решаете, красивы вы или нет. Понятно? Если вы посмотрите внутри себя, вы на самом деле, вы должны почувствовать себя красивым, чувствовать себя красиво. А внешняя красота, она, ее сложно удержать, она длится всего лишь несколько лет, потом приходится больше макияжа накладывать, целую тону на себя, штукатурку, чтобы выглядеть красиво. Заботьтесь о своем внутреннем состоянии. Будьте сексуальными внутри. А внутри, снаружи, ну, подумаешь, все равно все развалится. Другие люди осуждают нас. Мы с вами, у нас есть привычка, мы представляем себя другими, как будто бы лучше перед другими людьми. Иногда я просто вот прикалываюсь, что типа, о, весело идет, ага, вот так расслабляет, и мне не надо выглядеть умным перед кем-то. Письмо Нагарджуны королю. Что были, какие два знаменитых письма? Говорит о плодах манго. Это такой прям большая тема в Индии, потому что раз в год созревает манго. И я был там в этот сезон, и там, по-моему, $10 целая сумка. Потом на второй неделе уже $8 целая упаковка. И потом уже $4, и 6 недель они пытаются продать. Они растут очень высоко. И тогда вот сложно судить, что там внутри. Хороший манго, спелый он или нет. И вы просите ребенка, чтобы он залез, и чтобы он посмотрел, хороший или нет. И есть знаменитый пример. Человек, является ли человек на самом деле хорошим или нет? Мы не знаем. Люди как манго. Какие-то выглядят очень хорошо внешне, а внутри просто полный отстой. Или наоборот, выглядят плохо. Но внутри очень красивые. И поэтому Нагарджуна говорит, ой, люди как манго. И поэтому я устал судить об этих манго. Кто знает? Кто-то очень сладкий такой, сладкая внешность, а что там внутри творится, непонятно. И он говорит, мы не знаем. Келсанг, чила джапе, что это? Прятаться? Чила? Во рту? Чила. Чила. Может, это означает крыса? И он говорит, крысы прячутся в норках. Мы не можем судить человека по внешности. Иногда есть человек, который действительно злой внутри, но мы думаем, ну, вроде он как выглядит хорошо. Не будьте тем человеком, который притворяется быть цветушей с улицы, а внутри весь полностью прогнил, жестокий внутри. И он дает возможные, как называется, варианты. Манго вроде хорошо, хороший плод сверху, но внутри ведь гнивший или наоборот. Выглядит плохо. Четыре возможности, четыре варианта. Это четыре знаменитые манго. Хороший внутри, хороший внутри, плохой снаружи, плохой внутри. И иногда манго вроде бы как внутри спелый, а с улицы выглядит, как будто он... Поэтому человек может также выглядеть таким злым, но у него большое доброе сердце внутри. Выглядит как плохой манго снаружи, но
хороший спелый вкусный манго. Чельё? Что это означает? Ноца, йоба и чельё. Вы сказали ноца? Гоца, повторите. Чельё. Гоца. Повторите. Я просто пытаюсь вас разбудить, чтобы тут не заснули. Лотка и чельё. Это в Абидармакоше. И это такое добродетельное состояние ума. Два состояния ума. Стэнли, какие это? Что это за состояние ума? Мы говорим стыд и предусмотрительность. Господи, стыд и предусмотрительность. Каждый раз, когда вы делаете хорошую вещь, два ментальных состояния происходят. И первое, это вы реально заботитесь о том, что люди подумают о вас, вы переживаете про это. Гешела не будет сидеть смотреть Netflix перед аудиторией, но дома он это сделает. А вот на аудитории, конечно же, он будет сидеть смотреть Netflix, а дома приходит и сидит смотрит кино. Вот это называется чельё. Я, то есть, мне важно, что думают другие. Я пытаюсь добраться до дома, чтобы посмотреть на сериал. Я не буду смотреть его на людях. А лотка означает, что у вас есть возможность посмотреть Netflix, никого там больше как нет. Никто даже и не узнает, если вы посмотрели этот Netflix. И вы себе скажете, вот, я не хочу быть таким человеком. Я не хочу быть таким человеком. Итак, согласно Абидарме, есть два состояния добродетельного состояния ума. И первое – это я не хочу, чтобы люди видели меня таким. И это такой здоровый способ. Это здоровый способ. Не хочу, чтобы люди видели, что я плохой человек. Не хочу выглядеть плохим. А Гоца, да, она более мощная означает. А вот дома, сам по себе, когда никто меня не видит, я все еще хочу быть хорошим для себя, потому что я сам себя вижу, на своей самооценке. И я не хочу выглядеть плохо даже в моей комнате, когда меня никто не видит. И здесь он говорит, мы хотим быть чистыми снаружи и чистыми внутри. Хорошими манго мы хотим быть, хорошими персиками. С персиками все проще, мне кажется, потому что с улицы все видно. Чанджу сэмба нам, ни чапа нямба поми че, че патар. Чи кунжи кян чапа нямба шинам панте сапте цо ранки ранг ми чава ши келче сон. Боди сатфас чапа нямба поми че means Бодхисаттвы, если они зарабатывают себе плохую репутацию в мире, они не думают обычно об этом. Это не то, о чем они должны волноваться. Как вы называете, если кто троллит их? Они не тратят время, чтобы защищать. Они такие, ну ладно. Ну, не важно, что там люди говорят про меня. В хорошем смысле. Ну, ладно, люди говорят про меня, что я плохой человек, но я не такой. Они не будут тратить время, пытаясь доказать всем в интернете, что он хороший человек. Они просто ведут себя как хороший человек. Главный их интерес заключается в том, чтобы не выглядеть как хороший человек, а быть хорошим человеком. Главное усилие, это, которое они прилагают, это быть внутри хорошим человеком. И главное это усилие не выглядеть как хороший человек. Хотя они об этом заботятся. И должны заботиться. Мы не хотим, чтобы люди думали, что мы плохие люди, и поэтому хорошему человеку тоже необходимо задумываться об этом. Но самое главное о чем? Это быть хорошим внутри. Не важно, что думают про тебя люди, то, как ты выглядишь. Если вы будете потратить свое время,
пытаться защищать себя перед всякими троллями, или будете, наоборот, бороться со своими ментальными омрачениями и негативными эмоциями, я думаю, что лучше поработать с ментальными омрачениями, и тролли сами по себе исчезнут. Это моя философия. Я не хочу тратить свое время, пытаться кому-то доказать, что я хороший человек. Мне кажется, я просто фокусируюсь на том, чтобы быть на самом деле хорошим человеком. И рано или поздно и интернет подхватит этот поток. И следующая картинка, это у Башина. Радуйтесь. Тим, когда я должен уже делать? А, уже должен? Да, завтра. Завтра сделаем. Мне кажется, уже надо, да? Давайте остановимся на этом месте. Да, это отличное место. Остановимся здесь. Следующий совет. Держивайте фокус на том, чтобы наслаждаться, получать удовольствие. Для меня многие люди, которые занимаются дармой, если вы знаете, что произойдет после того, как вы умрете, и куда вы попадете, да просто расслабься, получайте наслаждение. Мы в прошлой ночи мы хорошо провели время. Я сказал, Гешела, нужно в гостиницу сразу ехать в аэропорт. Может быть, кто-то ждет там с цветами. Я сказала, нет, я сейчас пойду и просто очень вкусно поужинаю. Я просто всех украл. Мы живем в Римроке. У нас нету хороших ресторанов там. Если вы попадаете в Киото, то обязательно, конечно же, я пойду в хороший ресторан. Получайте удовольствие. Жизнь коротка. Если вы практикуете на самом деле хороший ламрим, то вы должны получать удовольствие. Я не имею в виду пойти играть в азартные игры в казино или выпивать. Нет, конечно, я не про это. Просто расслабляйтесь и получайте удовольствие. Жизнь так коротка. Если вы слишком серьезные, то я думаю, что с вашим буддизмом что-то не так. Понятно? Получайте удовольствие, радуйтесь. Если вы хороший буддист, то вы должны быть всегда в хорошем настроении, как мне кажется, и просто получать удовольствие. Такое чистое, хорошее удовольствие. Понимаете? Вопросы. У меня вопрос такой. Правильно я поняла знаменитую стих Нагарджуны, когда нет начала, нет конца, мы обучали в BCI уровне 12, что если нет времени, нет результата, то что система и результат существуют в одно и то же время. Я существую в настоящем времени, и с уровня 11 мы также узнали, господи, очень быстро называю, что оно. Я и идеальный я, или то, о котором я мечтаю, он уже существует. Тогда почему все вот это, такой вот такой скоростной пункт в совершенном уровне. Мы также узнали на 7 уровне, и я, что если все происходит из меня, то все обладает пустотой. Это означает, что пустота, она тоже обладает пустотой. И принцип семян, он тоже обладает пустотой. Но на втором уровне мы узнали, что принцип семян — это как гравитация. Он относится ко всему. Таким образом, как на самом деле понять вот этот принцип семян, что он тоже пусть? И вот это мой главный вопрос. Спасибо большое. Боже. Мне кажется, вот у переводчика сейчас просто сердечный приступ. Это хороший вопрос. Я только что закончил книгу. Я работал уже над ней несколько лет. Я работал над книгой Никола Шау. Это прям такой очень увлекательный процесс. Он переводил 60 стихов Нагарджуны на
доказательство пустоты. Он перевел эту книгу. И в этой книге Нагарджуна, у него очень большой акцент, внимание он уделяет, говорит, что если вы на самом деле понимаете причину и следствие, если вы на самом деле понимаете, тогда вот это пустота. Но технически это неправильно, не совсем верно. И есть большой такой аргумент, дебат по этому поводу. Так, Нагарджуна в 60 стихах говорит, факт, что причина приводит к результатам, это зависимое происхождение, и это пустота. Это само по себе тоже пустота. И это неправда. Это неправда. Пустота не может меняться. Но причина, она должна измениться, чтобы привести к результату, следствию. И кажется, что он говорит что-то, что противоречащее. И потом Джексон Каппа 1200 лет спустя он говорит такое же. Он говорит, самое величайшее, о чем обучали буддисты, это зависимое происхождение, потому что это пустота. И вот это как-то смущает. Я повторю еще раз. Ментальное семя создает ваш мир. И это изменяющееся. Каждый раз, когда семя изменяется, оно разрушается. Когда семя превращается в дерево, оно должно умереть. Семя умирает, погибает. Оно производит дерево, и оно умирает. Итак, семена и результаты, они должны меняться для того, чтобы семя должно измениться, чтобы привести к результатам. Иначе не будет результата. Семя должно исчезнуть. Если семя все еще там, то дерево не может появиться. А если уже дерево, то семени не может быть там. Семя должно быть уничтожено перед тем, как появится дерево. И это всегда так. Тогда пустота не должна вообще никогда быть. Пустота должна быть всегда одной, одинаковой. Я вам сейчас пример приведу. Вы готовы? У вас есть мышка на кухне? Мышка на кухне? Мыши? Бегают у вас? Ну, у меня иногда водятся, правда. Но у меня нет, например. У вас есть мыши на кухне? Мышка? Я говорю, нет. Вы когда-нибудь ловили мышь? У меня есть такая монгольская ловушка. Она прикольная. Восьмовка. Нет никаких там пружин. Там две такие, три палочки. Нужно поймать любую мышку, неважно, какая она умная и сообразительная. Монголец подарил мне один. Итак, если мышь в вашей кухне, и вы убрали мышь из кухни, тогда есть ли мышь на вашей кухне? Есть ли пустота мыши на вашей кухне? Есть ли отсутствие мыши на вашей кухне? Да, есть. Давайте я еще раз повторю. Когда мышка бегает, и все там, везде там гадит, тогда у вас есть мышь на кухне. Вы поймали эту мышь и вынесли ее. Тогда вы тогда у вас есть такая вещь на кухне, которая называется отсутствие мыши на кухне. Отсутствие мыши на кухне, оно меняется? Оно не может измениться. Почему? Можете ли вы иметь половинку мыши на кухне? Или мышь есть на кухне, или ее нет на кухне. Нет никаких других вариантов. Когда мышь возвращается назад в кухню, куда пропадает вот эта пустота мыши на кухне? Она просто уходит, она исчезает. Она не становится меньше. Когда нос мыши попадает в вашу дверь, проникает в вашу дверь, что становится меньше не мыши? Нет, оно так не работает. Когда вся мышь там, то вся отсутствие мыши, оно считает. Но когда нос мыши там, но не знаю, есть ли все еще мышь на кухне или нет. То есть либо она есть, либо ее там нету. Мы не можем говорить, половина мыши на кухне, это не так работает. Она может выходить из существования, но она не может меняться. Мышь на кухне или отсутствие мыши на кухне. Отсутствие мыши на кухне может исчезнуть, когда появляется полностью вся мышь на кухне, но она не становится больше или меньше. Вы не можете сказать, у меня 50% отсутствия мыши на кухне. Вы не можете это говорить. Либо она у вас на кухне, либо ее нет на кухне. Поэтому
отсутствие мыши не может измениться, не может быть половинка мыши. Это так не работает. Ой, у меня тут отсутствие не половины мыши на кухне. Нет, это неверно. Поэтому пустота, она не может меняться, а вот отсутствие тоже не может. Оно может либо появиться, либо исчезнуть, но оно не может меняться. Понятно? Вот это и есть разница. Семя и результат. Семя исчезает, 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 остановилось. Результат растет, 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 растет. Дерево появляется. Но отсутствие, либо оно есть, либо его нет. Понятно? То есть поэтому отсутствие может измениться. Но, прошу прощения, отсутствие не меняется, а взаимозависимость меняется. Почему Нагарджуна тогда говорит, что пустота и зависимое происхождение одно и то же, потому что это неправда. Одно из них никогда не меняется, другое все время меняется. Тогда почему говорит то, что не является истиной? Я вам расскажу. Вам нужно прочитать следующую книгу, когда она будет выходить. Это очень классная книга. В буддизме есть два разделения. Мы называем хинаяну, нахинаяну и махаяну. Нижний путь, высший путь. Иногда хинаяна называется таравада. Это означает истинный путь. Если вы называете, если вы относитесь к хинаяне, вы называете таравада. Это нормально. Есть низший путь и высший путь. Два вида буддизма. И люди говорят, владыка Будда при первом повороте колеса, в первом учении, его первый период, когда он обучал в этом мире, он обучал хинаяне. И это правда. Потом, 700 лет спустя, появился Нагарджуна. И он обучил махаяне. Он все изменил. Он сказал, пустота намного глубже, и нам надо всем стать бодхисаттвами. До этого никто не говорил вообще про бодхисаттву. Бодхисаттву упоминали в Абхидхарма Кошу однажды, и вообще никто ничего не говорил. И все говорят, о, Нагарджуна такой крутой, он опустил махаяну. И видите, Нагарджуна говорит, да не начал я никакую махаяну, это всегда была махаяна. Она всегда была. Понятно? Это так круто. Я тут вообще ни при чем. Не начинал я вот все это про пустоту. Это Будда сделал. Вы просто не поняли это. Он все время говорил о махаяне, а вы, ребят, просто не поняли. Зависимое происхождение — это и есть пустота. Первое учение Будды — это взаимозависимость. Самое великое, большое. Первое. Потом позже Нагарджуна начинает говорить про пустоту. И Нагарджуна говорит, в 60 стихах он говорит, что вот эти люди хинаяны, ребят, вы вообще ничего не поняли, что Будда обучал пустоту с самого первого дня, с самой первой минуты. Он не говорил о хинаяне, о махаяне. Это глупо. Он всегда обучал махаяне. Это вы хинаяна, но он нет. Понятно? Его учение взаимозависимости — это есть учение о пустоте, черт вас побери. Но он не говорил просто извиняющиеся вещи, не извиняющиеся вещи. Просто говорил, если вы на самом деле поймете взаимозависимое происхождение, это пустота. Если вы думаете, что это по-другому, если вы думаете, что пришел какой-то парень и начал обучать махаяне, позже вы ошибаетесь. Все время были разговоры о пустоте. Вы просто не поняли его. Потом в 60 стихах он использует все вот эти древние источники, чтобы доказать, что все это махаяна, а мы просто об этом не знаем. И это классно. В любом случае, я вам предлагаю, чтобы вы обязательно прочитали. Но вопрос у вас был очень-очень красивый, очень объемный. Кстати, мы сделали одну классную вещь в этой книге. Хочу похвастаться, потому что Гешила любит хвастаться. Мы прошли по всей книге, 60 стихов. Нам понадобилось 7 лет, и мы сделали список самых важных идей. Составили список. Круто пока? Потом мы пошли, зашли в базу Джона Брэди, и мы проверили, как эти идеи, сколько из этих идей выжило, а сколько не выжило. И это интересно.
какие-то из величайших идей Нагарджины не выжили. Понятно? Они погибли, они исчезли. Кто-то забыл эти обучить этому. Вы можете доказать это с помощью базы данных. Просто статистически. Мы просто прям процентом выставляли на все идеи. И получили вот эти статистику из этих величайших идей Нагарджины. Это интересно. Вы можете показать статистически, основа статистических данных, 1800 лет, что какие-то идеи, которые хотел обучать, они просто исчезли. Ну, не знаю, это была неудача или что. Такое происходит в монастырях. Может быть, там учитель заболел, и он просто не передал эту идею. И студенты не получили, и потом они не передали это своим студентам. И идея постепенно исчезает. И можно показать, какие идеи исчезают. И это здорово, это интересно. Кажется, то, что он хотел, чтобы произошло, не произошло. Потому что он написал стихи, которые никогда никто не применял, потому что никто их не понимал. И это можно доказать, что какие-то из этих стихов никто не понимал 2000 лет, потому что их никогда не применяли, и они исчезли. Их даже нет в базе, это можно доказать. Потом я думал, может быть, он знал про это? Потому что в самом конце мне понадобится год, чтобы провести весь этот анализ, и я такой, подождите, мне кажется, Нагарджуна нас дурит. Мне кажется, он хочет, чтобы мы сами выяснили это. И он надеется, что мы обучим этим идеям и вернем их, возродим эти идеи. Так, знаете ли он Ария на самом деле? Может быть, он может видеть, что эти идеи будет возрождение неких идей после Джона Брейти. Мне понравилось это. Мне очень это понравилось. Вы можете прочитать об этом, когда книга, мне кажется, Роза нам поможет, чтобы эта книжка быстро вышла. Все? Мы все? Когда мне надо быть там? Не надо допоздна. Мы сегодня много с вами сделали. Вы молодцы. Сложно это слушать. Не знаю, вы не представляете, сколько я страдал в монастырях, когда учителя такие бла-бла-бла-бла-бла. Я такой, ну давай, уже надоело. Я всегда себе давал обещание, когда я стану геши, начну обучать. Я тоже буду так же над учениками издеваться.